Пошли искать. Ты смотри. Ой. Быстрее, 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 быстрее! Почему? Я бы не залез! Ой, ребята, привет и добро пожаловать на мой канал Тилька Плей. Я Наташа. У нас очередная с вами попытка пройти Гренни вторую часть на экстремальном уровне сложности, но без использования всяких ружей и шокеров. То есть, как бы, да, мы не можем убивать деда и не можем убивать бабку. Это тот еще челлендж. На самом деле, я считаю, что его реально пройти, но если тебе очень хорошо, повезет на лут. Но, так как мы знаем, насколько я в кавычках счастливая, естественно, у меня все будет, как всегда, через жопу. Но кто знает, кто знает. Главное пытаться, когда-нибудь что-то получится. День первый. 5 ночей, без пистолетов и всякого такого. Слишком быстрая бабка, слишком сложный и быстрый дед. Посмотрим. Если вдруг уж совсем не будет получаться, я, может быть, попробую пройти хотя бы на харде этот челлендж, потому что на экстриме пока что не получается. Вот. Хоть ты выстрелишь, хоть ты тресни. А в мобильных играх, кстати, вот здесь вот что-нибудь лежит всегда. Причем очень хорошее лежит. Обидно, что сейчас... Блин, а как... Я забыла, как мы делали. Нужно быстро бежать наверх, но я из-за того, что я пошла туда, я сейчас теряю время. Ой, все. А, начало положено. Я просто похлопаю. Я просто похлопаю этому идиотизму. Но вот, ну как-то так, да. День второй. А как думаешь, каковы наши шансы на успех? Мне кажется, с каждым днем их становится все меньше и меньше. В этой игре вот реально пройти, если ты его, допустим, все необходимые предметы, ну большую часть нашел хотя бы в первый день. Потом их во второй донес, в третий день их поставил, и как бы все зашибись. И у тебя есть еще, в принципе, какой-то шанс где-то потупить. Но вот на экстриме ошибаться, к сожалению, нельзя. Ты должен действовать быстро, прям вот обосраться как быстро. Поэтому мы действуем быстро. Иногда не понимаю, почему бабка как-то то быстро проходит туда, то медленно. То есть вот за этот момент я могла посмотреть, что лежит на кухне, собственно. Но кто знал, что бабка будет идти именно вот так вот долго. По новой тактике мы с тобой после кровати забегаем не за стеночку, а бежим сразу в спаленку. Потому что в спаленке может лежать как минимум сразу 2 предмета. И это более выгодно для нас, потому что мы можем призвать бабку в самый низ. Она там побегает, пока она бегает по самому низу, мы можем заняться верхом. Бабочка, ты где? Я бы реально уже всю кухню облутала, пока ты там шла. Ходишь. Давай быстрее, женщина. У нас вообще-то время деньги, как говорится. У нас время челлендж. Вот она. Ну, ты что-то вообще все мои планы сегодня рушишь. Еще капкан здесь для полной этой поставь сюда, чтоб вообще... Чтоб уж наверняка меня задоминировать, унизить и как всегда, собственно. А где дед? Да куда ты-то? Чё за херня? Ты куда пошла? Это чё за хрень? Какого хера ты туда пошла? А дед что делал? Дед дрыхнет, что ли? Или что? Что по деду? Дед вот идет. И чё мне с вами двумя остаюсь в той стороне не делать? Пацаны, это ни хера не круто, то, что вы сейчас устроили. Не, ну, с другой стороны, я могу пойти вниз. Ладно, пошли вниз. Ой-ой-ой-ой. Ну, нормально, слушай. Но, как бы, нормально, но, с другой стороны, не очень. Бабка здесь очень такая. Жалко, я не могу посмотреть вот эту щелочку, да? Взять бы посмотреть эту щелочку, чтобы там видно было, где там бабушка, где там дедушка, да? Ну, дедушка играет в свои вот эти вот вентиляционные войны. Так, это бабка. Спокойно. Не палимся. Ха! Шла в жопу. Понятно тебе. Понятно тебе. Я здесь босс. Как это хочется тебя использовать. Как же хочется тебя использовать, братан. Реально, так хочется тебя использовать. Я прям не могу, как хочется тебя использовать. Прям вот свербит, горит, хочется. Я не буду опускать вот эту штуку кузнечку. Я бы сейчас на самом деле бы прошла к электрической штуке, подкрутила бы гаечку. А, не получится, да? Там же дверка-то перекрыта. Но дед сейчас пойдет спать. С одной стороны, это хороший знак. Потому что если дедушка ляжет спать, я могу сразу у него забрать ключ. Но для этого нужно будет сначала ту херню кинуть туда, забрать ключ, пристоять здесь, переждать, пока бабка здесь оттупит. Не знаю, не уверена, что у меня пойдет. У меня слишком как-то плохо раскидались предметы. Очень плохо. Мне прям не нравится. Будем слушать. Кто-то идет сюда. Походу, это дед. Я слышу, что кто-то идет. Или уходит. Ладно, давай выглянем. Назад вообще. Ну вот началось, ну ё-моё, ну так хорошо шла, ну так это и по низу такая бежала, все по делу, ну прям герой, ё-моё. Но не тут-то было, не тут-то было. Эта женщина просто доминирует. Вот в мобильных играх хорошо то, что можно их забаговать. Реально багуешь их, ломаешь их и все, типа живешь как этот, как не тужишь вообще. Да, ну с предметами мне явно не повезло, я уже это озвучила тебе, поэтому как бы единственное, что у нас тут остается, это надеяться на все. Заходим. По-моему, меня заметили опять. Нет, не заметили. Хорошо. Главное, чтобы она сейчас прошла туда. Правильно, иди, тварь. По-моему, меня опять заметили. Ну, ё мать. Вот какая же ты тварина, ты реально, ты какая-то конченая. Я не понимаю, почему. Вот реально, когда ты начинаешь в этой игре торопиться, у тебя никогда ничего не получается. Но я же хочу пройти быстро. Многие не пишут, хватит сидеть, подкрасить.
кроватью! Хватит там это! Так ты попробуй на экстриме поиграть. Я вообще не знаю, как играть на экстриме, не прячась где-то и вообще. Потому что ты от них не убежишь, они быстрее тебя бегают. И типа как быть? Как это вообще все делать? Непонятно. Можно как-нибудь забаговать там это? Почему я не могу сюда залезть? Было бы логично. Я залез сюда, и меня никто не трожит. Смотри, я выхожу, и тут дед будет. Ну, конечно, ты меня видишь. Конечно, ты меня видишь, старая ты кляча. Конечно, ты меня видишь. Все, не видишь меня. Не видишь ты меня. Не видишь! Ты лысый, блин! Ну все, это как бы это начало. Это если вот ты вот сначала начинаешь отгребать, то ты отгребаешь дальше. Отстой. Реально отстой. Интересно, когда-нибудь я пройду это без оружия или нет? Нет, можно играть, конечно, супер осторожно. По часу, по два. Но что-то я не горю желаем. Можно сейчас просто отдаться и начать сначала. Давай. Давай. Новую тактику вырабатываем. Новую тактику называется агрессор. Я твой агрессор. А я могу сюда залезть? Блин, ну почему? Было бы классно. Типа, прикинь, я такая залезла и все. О, бабка пойдет сейчас проверять? Нет, не пошла. Дед свалил, могла бы пойти проверить, между прочим. Ой, ладно, на, бери меня. О, да, ты получила это удовольствие, надеюсь? Получила? Ну, я рада за тебя. Я рада, что ты получила удовольствие, собственно. И получается сколько? 8 минут я получала по щам. Идеально. Просто идеально. И меня сожрали, как всегда. Ничего не меняется. Меня просто взяли и съели. Ладно, попытка. Давайте попробуем аккуратно. Попробуем реально аккуратно, насколько это возможно. То есть ты и я, мы будем заодно целое, мы будем аккуратны, мы будем стараться пройти все это как ниндзя, как супер прошаренный игрок, мы будем думать как бабка. Мы будем думать как бабка. Смотри, бабка сейчас думает о том, чтобы пойти посмотреть там что-нибудь на втором этаже. Мы думаем о том, что нам нужно взять срочно нужно взять фонарик в попе, шарик. И выходим по нашей с вами тактике. Бляха, ну ёб твою мать. Ну чё за говно? Ну и что? Окей, сделаем тогда так. Тогда придется сделать так. Они там вдвоем. Идем наверх. Идем наверх, смотрим, что здесь. Что здесь? Опа, хорош. Дай, возьми его. Так, дед пошел вниз, открываем эту дверь. Идем с тобой сюда. Здесь скрипит половица, здесь хеликоптер мануал. Вот эту штуку закрываем. Сваливаем вот эту штуку. Слушай, нормально пошло. Ты ж моя зайка. Ты ж моя зайка. Господи, как ты четко сейчас мне это музыку подкинула. Ну смотри, мы открыли себе проход. На удивление, думать как бабка, это хорошо. Няу-няу-няу-няу-няу-няу. Дед там у него музяка. Так, бабка вернулась. Я, конечно, просрала очень срато время свое. Ну что поделать. Нам надо вообще подняться по-хорошему опять на второй этаж. Ну типа да. Вообще, реально, если дед и бабка будут туда сбегать вместе, у нас будет фора в несколько секунд. Вот плохо то, что непонятно, с какой стороны они идут. И не посмотреть, понимаешь? Чуть как-то выглянешь не так, тебя заметят. Не, я не буду рисковать. Я жду, пока затихнут шаги. Когда шаги затихнут... Нахера ты задела камеру? Ой, картину эту вонючую. Она же услышала, эта мразь старая. Старая мразь такая вот ушастая до хрена. Мне кажется, в старости так слышать не должны. Это ненормально. Она заключила заговор какой-нибудь там с кем-нибудь. Дай сюда. Мой! Мой ключ! Я Венера, ты Земля! Да-да-да-да-да! Как же хорошо-то, смотри-ка, и ключик взяла, а? Ну, а теперь-то проблема-то другая, надо добежать-то, ну, туда, наверха, как бы, да? Ну, слушай, ну это ж хорошо, с одной стороны. Блин, мне бы сейчас очень подсобила бы кузнечка, если бы она сейчас в колокольчик бы позвонила, чтобы бабка пошла туда, а я бы с дедом бы наверх пошла, потому что дед, в принципе, нас не видит. Но ключ бы здесь просрать, конечно, не хотелось, потому что мне его потом забирать, как до Китая просто ходить. Блин, вот почему я не могу подглядеть? Вот почему здесь нет дырочки? Ну, сделайте, пожалуйста, удобную дырочку, чтобы можно было смотреть, где они. Дед, скорее всего, сейчас пойдет на второй этаж, а бабка где-то здесь шурындается. Блин, я не хочу рисковать. Ну, не могу я рисковать. Я хочу пройти реально этот дурацкий челлендж без оружия. Смотри, вот дырочка. Могла быть отличной дырочкой на подглядеть. Почему здесь реально нет щелок, чтобы можно было подсмотреть? Я понимаю, что это имба. Но это было бы честно именно на экстриме. На легких уровнях сложности можно так не делать, но на экстриме это было бы логично. Дед точно где-то еще здесь на первом этаже. Бабка тоже здесь где-то хорохорится. Но меня, если
есть ключ. А, у меня есть ключ. Блин, ну надо идти, надо рисковать. Но не пожалею ли я, если я рискну, понимаешь? Вот в чем вопрос. Я понимаю, что мои философские мышления, возможно, никому не всрались и не уперлись, но, блин, это же тактика, это какая-то внезапно новая тактика, которая сработала каким-то методом. Называется, я свалилась в душ. Ну и, собственно, блин, они здесь ходят. Я не пойму, они вот на первом этаже или они на втором этаже. Но если сейчас дед заснет, но дед, скорее всего, не заснет, он где-то ходит. Нахер. Это тактика, пацаны. Ой, она меня догнать не может. Не, может. Но! Ключик-то! Видели где? Ключик-то специально я кинула вперед. Угу. И это как бы тоже мысля, пора раздумать. Смотри, я сейчас могу, в принципе, взять ключ, кинуть его туда вперед, спрятаться под кровать. Ну, наверное, так я и сделаю. Фух, не внезапно, внезапно. Вот если бы я в дырку не свалился, конечно. Так, берем ключ. Полетели. Мы летели, мы летели, мы летели, так хотели, залетели. Четко. Ключ кинули вперед. Но, возможно, дед сейчас не захочет закрывать. Может быть, он оставит нам нараспашку. Типа такой, заходи, дорогая, пожалуйста, я тебе все устроил. А это было бы замечательно. На втором этаже, конечно, больше предметов, которые можно налутать себе. В этом есть определенный плюс. Так, дед прошел. Бабка где-то там ходит. Дед пошел развлекаться с камерами. Блин, вот плохо то, что я ничего не могу здесь кинуть. Я не могу сюда пройти, потому что у меня эта штука закрыта. Почему? Раковая это опухоль в моей жизни. Ну почему? Ну почему? Ну почему? Вот теперь мне не везет. Все, вот так сейчас пойдет. Вот так сейчас и потечет моча по трубам. Собственно, все, ребят, как бы. А вы что думали? Ну все, вот оно, вот. Моя удача равна зеру в таких играх. Не получается у меня. Вот реально, хоть бери на харде проходить уровень сложности. Так, свечка ректально-анальная. Ну пойдет. Ну вот и смысл. Усюка. День четвертый, но у меня теперь есть свечка, ребята. Свечка, это хорошо. Свечку можно присунуть в лодку. И можно сказать, что я хоть что-то в этой серии сделала. Да, я присунула свечку. Понятное дело, что за два дня я уже ничего не смогу сделать, потому что, ну, как бы ты сам понимаешь, почему это, типа, вообще миссия unreal. Где скрипит половица, я не понимаю. Ага. И смысл, если здесь ничего нету. А здесь что-нибудь лежит? Конечно же, здесь ничего не лежит. Но как так-то? Кто-то на пианине играет. Женщин, кто-то играет на пианине. На пианине для Нине. Ой-ой-ой-ой-ой. Простите, я вас решила побесить. Я решила тебя побесить, тварь. О, тебя там труба зовет, жрать хочет. Да ёпты, ты куда? Да ну почему кушать иди кормить? Ну почему? Ну как же ты слышишь-то спиной? Я же реально на корточках ползу, я как кошка. Как леопард в позе хищника. Рачком с рачком пополз. Блин, вот прикол в том, что за ней даже не походить. То есть она как бы тебя слышит. За ней, если еще можно как-то походить, то за этой тварью нет. У меня есть ключ. У меня есть свечка. И две последние жизни. Идеальненько. Всю серию сеть. Да пошли, пошло все в жопу. Пошло все в жопу, уже лучше не станет. Ну еба. Ну почему? Ну как? Ну вот, вот я не понимаю этого. Ну это нечестно. Это нечестно. Это невозможно пройти. Невозможно. Все, короче, ребят, я вставляю свечку и уезжаю, понятно? У меня будет хотя бы свечка. Хоть что-то будет в этой жизни сделано. Иди сюда, маленькая свечка. Сейчас я тебя как. Вот так повезло, конечно, в начале. И так всрато не пошло дальше. Ну что это такое? Опа, всунула свечку. Да, и это говно зачем нам? Да хотя, знаешь, зачем? Сейчас покажу, зачем. Бежит там куда-то. Чего вы там катаете-то? Я не понимаю. Она одна там, да, наверное? А дед где-то здесь хорохорится, да? Ну ладно, дед это не та проблема, которой стоит бояться. Вот бабка, бабка бесит. Пошли искать. И смотри. Ой. Быстрее, 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 быстрее! Почему? Я бы не залезла наверх. Ну дед, ты же спиной был. Ты же был спиной, старая ты мочалка. О, ну почему мне так не везет? Я не понимаю, почему я настолько нефартовый человек? Ты знаешь? Я не знаю. Пиши свои предположения, почему я такая нефартовая в комментарии. Ну я реально, я не знаю. Давайте попробуем еще раз. Хорош там стучать. Стучит она. Тупица ты сраная. Я не знаю, возможно это с читами можно пройти. Но без читов, я не знаю. Должно очень повезти. Вот никак не получается, понимаешь, выполнить этот дурацкий челлендж. Так бесит, так бесит. Надо придумать какие-то новые тактики, но я не знаю какие. Реально не знаю. Давай вставай уже, уж не страшно. Подумаешь, все в крови обляпано. Хлюпает все, ну пусть хлюпает. Хлюпает и хлюпает. Понимаешь, говно тоже хлюпает. Это что такое? Короче, смотри.
Быстрее, быстрее еще. Все, принимаемся здесь, слушаем хлюпающие шаги. Да не шипи, дебил. Так, закрыли одну шмоню. Так она с дедом там, зашибись. Раз ты с дедом, вообще прекрасно. Че здесь? Че здесь? О, это не надо мне. Зачем? Ну нахера ты вот скрипишь? Закрывай дверь. Под кровать. Усюка! Боже мой, ты че, дурак, что ли? Придурочный паук! Нахер ты мне в лицо побежал? Еп-то, посралась я, не шипи на меня. На мать не шипи, говналь. Оп, блин, ой, он упал. Паучок упал. Тут лошара взял, так свалился зачем-то. Сюда пришла, да, красотка? Ой, а что это у тебя платьишко подпачкалось? Ты полы с собой, что ли, мыть решила, женщина? Мне кажется, это так не должно работать, дорогая моя. Фею, не ври. Ну ты такая врушка, бздюшка, реально бздишь. Реально бздишь, звездишь. Не надо, ну зачем? Ну зачем ты его поставила сюда? Ну, женщина, ну зачем? Ну кто там на меня шипит? Не надо шипеть. Не шипи, а то денег не будет, я не говорю. Говорили в детстве. Ушла она. Все, пошли, закрываем дверь. Типа здесь никого нету и не епет. Смотрим. Ключ от сейфа, хорошо. Я на всякий случай спрячусь. Мало ли она сейчас сюда пойдет, да, смотри. Вот так вот, ребята. Вот так вот я ее отымела в жеп. Я ее отимела. Имела и имею дальше быть. Это мои полномочия на этом как бы все. Ты красотка такая. Я что-то уже забыла, как ты выглядишь на этом режиме. Покажи личико, Гюльчатай. Гюльчатай, покажи личико. Не, не буду выходить. Вот она вроде бы слышит и не слышит. Вот хрен ты просышь, ту мразь. Ну как хорошо-то пошло, а? Как хорошо, да, вообще началось? Я не знаю, дед где? Ну дед, наверное, где-то сейчас поднимается, скорее всего. А, она решила помыть посуду. Блин, ну а я что, знаю, что ли, что там по деду? Дед пошел смотреть свои эти штуки. Но бабка, по идее, меня сейчас видеть не должна. Но я как бы не хочу рисковать. Я подожду, пока дед сейчас зайдет в свою вот эту вот лачугу. Да, ёб твою мать. Коротко обо мне, да? Дедушка пойдет смотреть, ага. О, ты уже здесь? Иди отсюда, год сраный. Ага, смотри. Смотри, смотри, как могу. Я могу вот так, вау, вот так, вау, вот так, вау, вот так могу. Вот так, вау, вот так. Интересно, сколько он так будет? Давай, кто кого, дед? Кто кого? Ха? Не, все, он устал. Он понял, что все. Он понял, что я его задоминировала и унизила. Ха-ха-ха. Лох — это судьба, дорогой мой. Ты знаешь об этом? Теперь знаешь. Живи теперь с этим. Блин, ну я, конечно, хочу сейчас это самое. Я не знаю, куда пошла бабка. Давайте рискнем. Ведь кто не рискует, тот не пьет. Но, блин, не знаю я. А где здесь? Здесь раньше был дохера пауков. Куда они все делись? А, видишь, хорошо, что не вышло. Ой-ой-ой-ой. Меня привидение заметило. Ну давай. Иди сюда. Да-да-да. Смотри, давай с тобой поиграем в игру, бабка. А бабка так не хочет со мной играть. В дырочку, понимаешь? Бабка в дырочку не играет. А жаль. А колокольчик не хочет там кое-кто нажать? Нет? Может быть, хочешь, чтобы там покушать тебе принесли ножку, булдышку? Как бы и пора бы. Пора бы запросить булдышку. Бабка, наверное, пошла вниз. Сейчас дед уйдет. Я думаю, что будет, в принципе, безопасно дернуть картину, перекусить. Я, наверное, это сейчас сделаю. Я закинула туда кусачки. Я закинула туда кусачки. Так что иди в очко. О-о. Ой, а что это? Пауки решили у меня здесь, да, тусить? Привет, паучок. Как дела? Чё как? Чё как жизнь? Так, давай второй, значит, этап делаем. Не-не-не-не-не, идите оба сюда. Оба пацаны. А чё они не хлюпают, когда ходят? Все, пошли. Ха-ха-ха-ха. А зачем я сюда пришла? Не знаю, дурак, потому что... Потому что я дурак. Зачем вот? А, для чего? Так, бабка решила помыть посуду. Ну, скатерть ей в руку, как бы. А так хочется. Может быть, долбануть деда разок, а? Как думаешь? Может быть, давай жахнем кого-нибудь? Ну так, разочек. Чисто на полтычки. Блин, придется два раза. Все, отошла в жопу. Иди отсюда, скройся. Где твой дед? Иди отсюда. Шла отсюда, мразь. Уходи. Уходи отсюда. Иди. Шурундуй. Все, лежи. А здесь ничего и нету. Ты прикинь? Ты прикинь? А, дед спал. Лол. Дед все это время дрых. Класс. На что я могу сказать? Ой-ой-ой. Привет. Просто здравствуй, просто
просто как дела. Чё как? Ну давай, нахер иди отсюда. Пошел. Бабка! На! Без оружия челлендж! Да, да, да! Без оружия, конечно. Да дай, блядь, ключ. Дай ключ. Да, ёпта, ты чё, охерел, что ли? Дай ключ. Так, дай пройти, шмара. Дай я пройду. Спасибо. Ну, слушай, мы добыли ключ, пусть не совсем честным путем, а пистолетом всего лишь, но... А на войне все средства хороши, понимаешь? Да, блядь, иди в жопу. Нет, 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 ключ. Ок, это хорошо. Чё здесь лежит? Ну, пойдет, ну, пойдет. Окей, допустим. Ой, да ладно тебе, да ладно тебе. Смотри, сейчас что дам тебе. Блин, не получилось. Тебе там звонят, тебе звонят. Звонят тебе, тебе звонят. Да блин, я ей в рожу хочу кинуть. На тебе, тварь, по роже. Получила? Получила, да? Давайте на нее прыгнем. А чё я не могу на нее? Она меня секунду-то не увидела. Прикинь, можно на бабку залезть. Можно на бабку реально залезть. Это же круто, прикинь, я взяла, залезла на бабку. Просто задоминировала тварь. И все, села ей на лицо. Ну, как бы да. А ты как хотела. Да иди, не шипи на меня. Ты че, таракан, охерел, что ли? Шипи на мать свою, драный ты, траха этот самый. Садись! Садись! Ага! Ну какая шаловливая. А чё это они так стоят? Можно их как-то по-другому поставить? Ну блин, ну мне нужно всего лишь чуть-чуть. Я спрыгнула тебе на голову. По-моему, у нас достаточно близкие доверительные отношения. Ты должна мне все позволить. Давайте я попробую идти за ней. Идти за ней. Но тактика-то работает. Если она не будет поворачиваться, можно за ней идти очень долго. Мне нравится, хорошая тактика. Жалко нету какого-то. А что здесь уже два паука? Вы размножаетесь там, пацаны? Был один же паук. Был реально один. Да ты чё? Хорош на меня шипеть. Шипунец. Давай, может быть, реально пауки размножаются? Еще раз. Чтобы там двое были. По-моему, дед не схавал. Ну, бля. Деда. Алло, типа, а чё он развернулся-то? Я вообще не понимаю, это, короче, какое-то изнасилование младенцев. Я просто сейчас отдамся, и все, и на это, можно сказать, конец этой серии. Я не знаю, может быть, у вас есть какие-то предположения, как этот экстрим без оружия можно пройти, но вот, реально, с оружием это реально пройти. Без оружия я не знаю, как это пройти. Не з... О, отлично, ну давай, иди сюда, моя родненькая, давай, я тебя принимаю. Давай, да, о! Да, вкусняшка. В общем, спасибо, что посмотрел это видео. Ни хрена не получилось, как всегда. Увидимся уже очень скоро. Люблю тебя, целую. Пока.